Грамотные, ответственные, знают и уважают законы и права гражданина. Завтра, 3 декабря, в России отметят День юриста, а в канун праздника в областной администрации чествовали представители этой профессии – адвокатов и нотариусов, а также специалистов, работающих с документацией, тех, кто помогает гражданам разбираться в тонкостях законодательства. Даже работа с документами, изучение параграфов и подпунктов не может быть скучной. А главное, что дело это нужное. Так вкратце говорят о своей работе сами юристы. Мы работаем, чтобы помогать как отдельным гражданам, так и обществу, добавляют специалисты. Хотя бы казалось, одинаковые случаи, да, похожие, все, но все равно разные люди, разные доказательства, поэтому всегда это интересно. И даже самое скучное, допустим, подготовка нормативных правовых актов, но все равно здесь постоянно бывают какие-то моменты, которые обязательно юриста заинтересуют. Наша общая задача – помочь гражданам. Это уже из выступления главы региона. А создание бесплатных юрбюро – один из способов достижения этой цели. Алексей Русских благодарит юридическое сообщество за участие в этой деятельности. В начале 2022 года в регионе появился мобильный офис на колесах. А значит, бесплатная юридическая помощь стала еще доступнее. Наталья Полякова – одна из тех, кого награждали в честь профессионального праздника юристов. Она 2 десятка лет отработала адвокатом, а сейчас занимается как раз бесплатной юрпомощью в железнодорожном районе. Порой бывает непросто, рассказывает Наталья Николаевна. Но когда человек получает помощь, мы понимаем, насколько значима наша работа. А работать обычно приходится с теми, кто в этом больше всего нуждается. Бывают сложные, запутанные ситуации, но мы в них стараемся разбираться каждый раз. То есть помогаем людям. Права инвалидов очень часто нарушаются, и поэтому в их защиту мы обращаемся и в прокуратуру, и в суды. Почему важно? Потому что, ну, как говорится, кто кроме нас. В честь Дня юриста различные награды получили более 20 специалистов, работающих в правовой сфере. Так, звание заслуженного юриста Ульяновской области присвоено руководителю аппарата законодательного собрания Елене Ивлевоевой. Дмитрий Емельянов, Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.